Привет, меня зовут Лина, и это Фазмофобия. Неожиданно, это не стрим. Вот, это запись, потому что, в общем, неожиданно друг для друга мы решили поиграть тесной девичьей компанией на запись. Ну и плюс я еще тестирую, как будет себя вести ОБС не на стриме, а на записи вместе с Фазмофобией, вместе со звуком, с Дискордом. Вот, такие вот дела. Так, что там как? Блин, направлен микрофон. Аж 50 это стоит. Направленный микрофон 50. У меня 165 бачей. У меня 91. Тогда так, я беру направленный микрофон. Я возьму распятие, сильный этот фонарь и все. Больше мне, видимо, ничего не надо в этой жизни. Так, фонарь добавить тоже. Это добавила. Блин, ну благовония нужны, однозначно. Благовония, зажигалка, термометр, блин, термометр, благовония, зажигалка. А, ну все, только 10. Все. Ну пойдем. Да, чё, куда пойдем? Бедными. Давай в самую игре. Первую, самую легкую, раз мы бедные такие. Да, давай вылить потом. Начнем с самого. Стараемся. Да, начнем с самого простого. Так. Так. Так, отвечает всем сфотографировать призрака, остановить призрака в помощь распятия, которого у нас. О, есть одна штука. Найти доказательство с помощью ЭМП. Так. Подожди. Сфотографировать. Значит, лучше взять фотик. А вот получится. Так. Мощный фонарь. Так. И термометр. Сфига ли ты лагаешь? У тебя же нету стрима. Почему ты лагаешь, игра? Может, она такая, что стрима нет? Узнать, да, можно не париться. Угу. Я, в общем, пока тебя ждала, почитала чуть-чуть про призраков, про вот это вот все всякое. Угу. Вот, и там реально, короче, надо в темноте сидеть и в радиоприемник разговаривать. Стрём какой. Открывайся уже. Вот, то есть, типа, не забывайте выключать свет, если вы хотите поговорить с призраками. Такая, охуели совсем, что ли, какой. Тут и так, как бы, страшно, а вы еще мне. Угу. Так. Тут прям тепло в комнате. Ну, типа, надо, я так понимаю, искать там, где меньше всего температура. Да, и там уже, скорее всего, будет что-то. Да. У нас есть 5 минут там до того, как призрак начнет активничать. Кстати, пентаграмма говорят, если ее зажечь, то там появится призрак, его можно сфоткать. Он будет типа в ловушке, а потом разозлиться. Понятно, что так резко, дерзко. Mm-hmm. Я сфоткала уже, если что. Но температура в порядке. Кого ты сфоткала?
кость сфоткал. За нее тоже деньги дают. Слушай, у меня ЕМП вообще молчит. Температура тоже много. Стоп. А что это за секунда была такая самая низкая? А вот здесь вот чашечку кинул. Подожди. Кто-то. Чашечку. Ага. Ага, он нападает сразу. 3. Где? 4. 4 было? Да. Первый вижу. 11, 9, 3. Ну, где-то... Он здесь. Да. Тусит. 4. Йоу. Он, короче, понятно, тут, походу. Значит... Угу. Развлекается. Я термометр отнесу, чтобы не потерять его. Не хочется все время за нос. Но этому призраку, видимо, все равно на свет или тень. Ну да. Сейчас кину ему этот блокнот. Он, походу, на кухне тусит. Мы его от жрачки отвлекли. Мы его не успели, но... Я вижу, походу, ну призрачный огонек. Подожди-ка. Да, да, по-моему, это они. Видно, кстати. Да, они прям... такие пушинки, типа. Да, и говорили чаще, что они в окне. Так. Значит, есть... Да-да-да, вон там пушинка и летает. Призрачный огонек. А, минусовой температуры нет. Записи в блокноте пока не знаю. Так. ЕМП молчит. ЕМП было 4. Максимально. А, нет, подожди. 4. Может, может даже больше будет. Как же мало стамины у ГГ. А, так, двери и окна, отпечатки рук. Ну все уже такие прошаренные, короче. Там небольшая активность пошла на единичку. И прошла. Ты закрыла блокнот? А, нет, он не закрыт. Напиши что-нибудь. Я его увидела. Ага. Точки увидела. Так, лазерный проектор есть. Тут что-то заработало? Да. Что это за звук? Это... Вода, да. Испорченная. Но он быстро начал реагировать. Так, где ты? Давай, давай. Мы хотим сфоткать тебя. Ты там спишь. Ой. Окей. Ты дружелюбный? Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Ты дружелюбный?
Так, 6 Ты пока. где? Ты Максимально где? было 7. Ты где? Ты здесь? Отвечай, где ты? Ты дружелюбный? Это ты свет выключила? Нет, это он выключил. А, ну у нас максимально 6. Когда он пробежал, было 7. Ты дружелюбный? Где ты? А, он вообще как свет выключил. Бежал? Так, семерка, он пришел. Где ты? Ты дружелюбный? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 8, он ближе. Как тебя зовут? Он только попугал. Пойдем отсюда. Просто попугал. Пойдем отсюда. Как тебя зовут? Направленный микрофон его уловил. Угу. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Кажется, ему не понравилось это. Ну, короче, направленный микрофон его уловил. Он типа такой... И все. Угу. Он мне не сказал ничего сюда. Хотя я не знаю, можно ли это так трактовать. В радиоприемник что... он нифига не сказал. Он отвечает всем. Вот. Угу. Как бы... Да. Блин, мы его не сфоткали. Фотик у тебя есть или давай я тебе дам? Я сейчас. Пока возьму благовоние. Я возьму распятие. Ну, я такой себе фотограф. Ну, давай, у нас особо нету. Ты отпечатки не нашла? Нет, никаких отпечатков не было. Так, фотик. И тогда... Он там подуспокоился чуть-чуть. Сейчас проснется, как только он благовоние учует. Сейчас там надо кинуть... Распятие. Ну, короче, получается, отпечатки рук ты не нашла, у меня остается Юре и Тайе. Вот, но минусовой температуры у нас тоже не было, значит, остается Тайе. По идее. Вот. А посмотрим. Угу. Ну, блин, фигово то, что он выключил, конечно, свет везде. Это, походу, он не любит. Походу, это кто-то, кто в темноте предпочитает быть. Еще тарелочку он свалил тоже с фоткой, за нее тоже дадут монетку. Сейчас я брошу это. Он, походу, где-то вот тут вот, да. Так, одна фотка осталась, но я, скорее всего, не поймаю его, конечно. Ну, попробуем. Вон он, блин, только пробежал маленький говнюк. Здесь эти лазерные. А чё ты нас приглашаешь в подвал? Нет, я не хочу в подвал. Там иди в подвал, да. Серьезно. И сиди там. Тоже. Ну, короче, там на самом деле надо бы распятие. Ой, в смысле не распятие. Блять! Вот он пробежал. Блин. Ах, ты же маленький говнюк. Ну, раз как... 6 тебя. Ну, короче, я потратила фотоаппарат, пойду отнесу его. Но он, походу, то реально маленький какой-то призрак. У нас других вариантов особо и нет. Но его, походу, определять на самом деле по размерам такой себе, потому что... Что мы еще могли сделать, чтобы понять? А, смотри, свидетельство физической формы призрака. Я все-таки сфотографировала, походу, его. Чуть-чуть. Успела, походу. А хотя тут сфотографировать призрака почему-то не отметилось. Но это физическая Откуда? Форма. Видимо, тогда, когда он придет охотиться, мы должны были сфотографировать. Короче, смотри, мы... Блин, а мы записи в блокноте не посмотрели, да? Угу. Пойдем смотреть. Если там нет ничего, то не знаю даже. Ну, ЕМП 5 не было.
Ну, либо мы не додержали, и там где-то была пятерка или типа того. Где блокнот? Он на столе должен был быть. Может, он не дотягивается? Слишком маленький. Угу. Напиши что-нибудь. Напиши что-нибудь. Дай нам знак. Дай нам ты знак. Ты дружелюбный? Напиши что-нибудь. Дай нам знак. Напиши что-нибудь. Он рамку еще тут хвалил. Маленький негодник. Я возьму ЕМП, посмотрю, что кого. Угу. Напиши что-нибудь. Может, ну давай. Ой. Напиши что-нибудь. Мы можем даже отвернуться, если тебе некомфортно. Короче, ЕМП вообще не хочет. О, смотри, смотри! Он... Тройка. Сколько ЕМП? Три. Напиши что-нибудь. Какой ты веселенький. Напиши что-нибудь. Он кидает вещи, ложки. Это полтергейст. Пойдем. Угу. Ну, активно кидает. Активно кидает вещи только полтергейст. Ну, ладно. Прям, ну, там, как бы ЕМП тройка, максимум 4 было. Угу. Короче, блокнота не было. Радиоприемник хер его знает. А минусовой, по-моему, тоже. Блин, не знаем, что. ЕМП, лазерный проектор. Точно лазерный проектор был? Да точно, мы его видели только когда он точками покрыт. Короче, и лазерный все. Проектор точно был. Призрачный огонек точно был. Угу. Так, ЕМП не было, минусовой тоже не было. Остается Банши, Якай и Тайе. Вот. У меня пишет в основном Якай радиоприемник. Если исключить радиоприемник, то Якай. Тайе записи блокнот. Правда, он ничего не записал. Но он нам ничего не записал. Банши и Йокай, да? Ну, Банши, угу. Я не знаю. То есть, по идее сейчас Банши. Направленный микрофон может засечь крик Банши. Мне точно что-то было в направленный микрофон. 100 пудов. Угу. Вот. И при этом Банши ослабляет жертву, прежде чем напасть. Смотри, нас ослабили. Да, ну а разве оно не быстрее ослабляется? Ну, мы в самом начале, возможно, все дело в том, что у нас потихонечку ослабляет. Ну, давай попробуем Банши. Лазерная проекция призрака. Ну, по идее, Банши, да, получается. А что у нас Йокай? Так, звук вашего голоса разозлит. Ну, он вообще, короче, не злится. Мы болтали как не себя. А он вообще даже не думал злиться. Ну, видимо, Банши, если направленный микрофон отреагировал. Угу. Давай попробуем. Вроде за снимки должно неплохо так быть. Угу. Денежка. Все, уезжаем. Ну, все, я так. Да, давай уезжаем. Ой, там активность пошла, смотри. Ой, разозлился. Ой, бедняжка. Ну, что-то мы ничего не видим, да. Да. Такие, что, будет это? Будет кино? Ой! Господи! Там что-то метнулось. Да.
Ты опять свечами, что ли, кидаешься, или что? Нет, он там пробежал, и там активность 6. Ой, у меня аж мурашки по ногам пошли. Крепись. Ну ладно, мы выбрали, пусть будет Банша. Угу. Господи, испугалась. Нет. Ну, сейчас посмотрим. Да. Да, да. А, отлично. Вообще просто мы топич. Можно во второй дом идти. Так. Значит, у нас сохранился фонарь. И все, типа, да? Как странно, почему мы же принесли все? Фиг его знает. Ладно. Типа мощный фонарь и распятие сохранились только. Значит, один. А, добавить два фонаря, подожди. Добавить термометр, добавить благовоние. Я распятие куплю. Хотя, блин, направленный микрофон крутая штука, но распятие нам поможет спастись. Ага. Я тогда лучше распятие и зажигалку. Блин, у меня 42 бача. У меня 71 еще зажигалка. А, зажигалка есть одна, можно добавить. Вот. Так, подожди. Тогда тебе направленный микрофон имеет смысл взять. А я возьму... Хорошо. Я возьму тогда... А, он есть. Вот, направленный микрофон, он и так есть. А, значит, это тебе все посыпалось. Короче, я возьму свечу и соль. Так, свеча, соль. А, может, датчик движения взять? Датчик движения можно, да. А, блин, он дорогой. Он стоит сотку. Он так... Ну, вообще, тогда можно чё? Чё по успокоительному-то? 20. Блин, у меня 12 бачей. Я могу взять успокоительную парочку штук. Ну и всё получается. Так, можно взять ещё одну благовоньку на всякий случай. Или свечку. У нас свеча есть. Свеча есть. А, хорошо. Тогда, наверное, еще одну... Хотя... Не, пусть пока останется тогда. Еще одно благовоние. Так. Тогда что, второй дом? Третий? Да, давай второй. По очереди. Угу. Будем тренироваться. Раз уж... Не, ну смотри, первый дом мы вот так вот просто банши отгадали. Вот. Так что в целом я довольна. За 20 минуточек справиться вдвоем. Она не слышала, наверное, меня. Я говорю, мы за 20 минуточек справились вдвоем с домиком. Мне кажется, это неплохо. Да. Так. Возьму со собой ЕМП и это, отпечатки проверять. Что тут у нас? Засеките звуки с помощью микрофона. Стать свидетелем паранормального явления, достичь среднего уровня рассудка 25%. Ну, мы, мне кажется, сейчас выходим, у нас уже рассудок десятка. Ладненько, идем исследуем. Так, термометр ты брала? Да, я вон исследую уже с термометром. Так. Так, 21. 23. Надо было, наверное, взять этот. Как фотик, чтобы сразу... Я с фотиком. Отлично. 18, 15, 14, 16. Так. Опа, это ты? Нет. Я тут мимо прошла просто. Ты что-то... Что-то кто-то кинул. А, серьезно? Ты кинул чашечки? Опа, тройка. Ну, походу, тут. А тут десятка. Да, походу, тут, короче.
Так. Тут, короче, десятка. Угу. Вот тут надо. Угу. Так. Сейчас. Девятка. Ну, короче, он где-то вот тут, вот прям. Где-то тут? Ну, да, потому что... Так, сразу тебя открою, пожалуй. 18. Типа вот... Вот... 10, короче. 6. 6 вот здесь вот. Короче, он, походу, вот тут вот ходит без конца. Я пойду кину туда что-нибудь там. Я пока положила фотик, я возьму всякие лазеры, фигазеры и так далее. Он, кстати, помигал, по-моему, нам фонарем. Отпечаток был. Да, прикольно. Ты прям отпечаток засекла, да? Да, прям отпечаток. Прям на этом большой зеленый отпечаток. Блин, его надо сфотографировать бы. Я взяла фотик. Вот на двери, на кухне был. А, его надо сперва подсветить. Я его слышала. Напиши что-нибудь. Что-то он там порыгал в микрофон направленный. Засекли мы его? Да, засекли. Так. Неужели снова банши? Ой, не знаю. Но тогда... Отстань. Камеру положила. А я с собой ее ношу. А. Камеру? Нет, я имел в виду видеокамеру. А, она на пол. Она на полу. Он свет вырубил. Свет вырубил. Огонька не вижу. Ну, типа, он прям на полу, да, лежит. Угу. Ты добрый? Где ты? А, он мне ответил в рацию. В этот. В радиоприемник, да. Шикардос вообще. Он мне ответил: дай! Дай, дай, дай! Дай, мазафака, дай, мазафака, дай, да. Да, кстати, классная песня. Так, у нас не особо много вариантов осталось. Ух. А, я сфоткала отпечаток ног, и он меня едва не поймал. Он за жопу меня схватил. Ух. Ух, ух. Пока не атака. Стать свидетелем паранормального явления. Она кинула в меня это, призрак наступил в соль.
Осталось только достичь рассудка, но я не уверена, что хотим ли мы 5 бачей получить за плохой рассудок. Но, слушай, ЕМП, по-моему, не было, да, большого? Нет, большого ЕМП не было. Вот, записи в Был блокноте... троечку. Вот, записи в блокноте я тоже не видела. Ну, я не знаю насчет записи в блокноте. Полтергест или фантом? А мимик? Если не... как только убираешь минусовую температуру, с ЕМП мимика нет. Ой, а там призрачный огонек летает. Летает? Да. Подожди. Ой, я не увидела. Я нажимаю на... А, это походу мимик. Потому что ты нажимаешь на призрачный огонек, и все исчезают. А там в описаниях, короче, написано мимик. Было неоднократно замечено, что рядом с мимиком появляются призрачные огни. Странно, ладно. Тогда не вычеркиваем минусовую температуру, и тогда остается еще мимик, добавляется. Не-не-не, там, короче, не обязательно. Мимики же могут копировать других призраков, но мы с тобой вводим, получается, из улик отпечатки радиоприемник и ЕМП. Ну, типа, ЕМП не было, отпечатки радиоприемник был. Вот, у нас остается фантом, полтергейст и мимик. Я подхожу, а там как бы призрачный огонек летает. Видишь, пылинка? Вот. Угу. На кухне прям летает. Я... Вижу, вижу ее, вижу. Вот. Да. И ты типа выбираешь, что есть призрачный огонек, а никого нет. То есть все три призрака, все три вида призрака, типа, нахуй идите, мы не они. Угу. Вот. Я... Угу. Я думаю, что это мимик. Да, да, очень похоже. Ну, тогда давай. Смотри, за он нам снова лайкосик поставил. О, может быть, это просто это? Такой, да, это я! Лайк поставил, коммент оставил. Ладно, я выбираю мимика, давай попробуем. Давай мимика. О, господи! Не бойся. Не бойся, я с тобой. Хотя... Да! Еще раз! Ни хрена! Офигеть, конечно, да. А кто там так активно бьет в ладоши? Это я, это тюлень в моей душе. Я поаплодировала нам с тобой. Камера на голове и датчик звука. Новый уровень! Короче... Короче, нам точняк мимик поставил лайк, потому что мы прям молодцы. И мимик такой, еее, вы меня угадали. Да, потом, короче, госбастерсы такие приходят и его ловят, потому что мы разгадали его. Так. Мы его перехитрили, переиграли и уничтожили. Большой фонарь я добавила, да. Один, а у меня больше ничего нету. Так. Да. Я, пожалуй... Фонарик я тоже добавила, термометр, датчик звука можно добавить. Я возьму еще один... Нет, я возьму распятие 2. Вот. А не добавить. Почему не добавить? Потому что распятие 2 уже есть. Нихуя себе у нас. Да. Ничего да. себе. Нам остался штатив. А штатив... Датчик движения можем взять. У тебя какой... у тебя 8 еще пока. У меня есть, а да. Как тут уровень вообще распределяется? Я что-то не пойму. Ну, тот, кто больше всех умирал. Я же за контент, вот. Угу. Так. Так, ну что, датчик движения? Или, может, камеру с креплением? Надо же скреплением на голову может использовать, чтобы помочь команде следить друг за другом, а также замечать призрачные огоньки. Это типа призрачные огоньки в режиме реального времени без возвращения куда-то? Мне кажется, что это хорошо, когда трое, типа один стоит в фургоне, наблюдает за всеми и говорит, что делать. Mm-hmm. Вот. Так, интересно, что делать неоновая палочка, блин? Заменить УФ-фонарик или обычный фонарь? Ага. Интересно. То есть с ней в руке ходить вместо фонарика, да, и заодно проверять отпечатки. Да, ну ты бьешься, получается, об стены. Вот. Ну, да.
Так, ну что, датчик звука способен уловить мельчайшие вибрации воздуха и засечь даже самые тихие звуки. По-моему, Полученные это данные замена... отображаются на мониторе в фургоне. Это замена направленного микрофона, походу. Ну что, возьмем штатив? Я могу. Я У меня взяла стоит штатив. один. Да оставь, у нас А. уже мы набрали, прям будь здоров. Вот, давай мы так, можешь еще одно благовоние на всякий случай. Вот, если вдруг что, там нам на второй заход придется. Слушай, давай тогда третий, потому что первый, второй мы уже все сделали. Так, что ты сказала, извини? Муж возмущается тем, что ты целый день играешь. Нет, он просто шорт записал и такой радуется просмотром, короче, шорт. Ну, короче, третий дом. Так, еще одно, два благовония есть. Поехали. Мы просто первые два уже сделали. Неплохо так. Ну, давай тогда поехали. Давай третий попробуем. Вдвоем неплохо отжигаем, угадываем пока. Так, Ну, зажечь благовоние возле призрака, стать свидетелем явления, сфотографировать призрака. Блин, у нас только один... Надо было фотик еще один взять, да? что поделать, ладно. Так, ладно. Мне кажется, мне нравится этот дом. Если это тот дом, про который я думаю, да, это тот дом, где мы, короче, дважды втроем были, это прям прикольно. Одной тут, конечно, ходить такое себе удовольствие. Где? Сорян, я что-то затупил. Сразу подвал, что ли? Я не знаю, как мы на профессионале будем играть, конечно. Когда они сразу же атакуют. Но возможно, что на профессионале мы будем гораздо смелее. Потому что тут, блин, ходишь и от шороха всякого боишься. А коробка упала или она так лежала, интересно? Что ты говорила? Но я не слышала. Да, я гадала, упала коробка или она так и лежала. Так, ну тут ничего такого нет. Так, ну там термометр ничего необычного не показал. А, она, походу, так и лежит. У меня ЕМП тоже молчит. Значит, второй этаж, походу. Я, короче, обнаружила, что у меня начинает подлагивать игра тогда, когда что-то прогружается. Я нашла куклу. Не трогай ее пока.
забудь ее сфоткать. Я нашла кость. Опа. Опачки, рядом со мной включается и выключается свет. Похоже, она рядом с куколой. Или он. У меня ЕМП прям молчит. Отпечаток вижу. Ага. Вот здесь вот. Заметила. И я услышала у тебя МП. И видела здесь немного пониженную температуру. Ой, стой, на дверь, на дверь, на дверь, на дверь. Подожди. Вот она. Ну что, обычная, стандартная, значит, не обаки. По крайней мере, у обаки палы. Короче, на самом деле, видимо, вот здесь, вот, потому что здесь была двоечка. Угу. Просто тут кукла еще, вот тут на Софе. Не трогай куклу, он начинает злиться. Куклу надо трогать в самый последний момент. Ты трогаешь... Ты трогаешь куклу для... А, уходи, активность, пиздец! Я ушла, ушла. А, я здесь. Смотри. А, охота. Нахуя охота, блядь, мы только пришли, ты чё, чувак? Причём первый, смотри-ка, первые 5 минут прям. Мы нашли Итак. Останки, предмет двигался сам по себе. Я даже не знаю, если он так, блядь, охотится с самого начала, пиздец. По-моему, есть какой-то призрак, который чуть ли не сразу охотится. Так. Ну, типа, Тайе начинает... Тайе начинает защищаться. Mm-hmm. Короче, были отпечатки рук, ЕМП не было. Вот. У меня отпечатки рук отмечены, но Тайе он сразу отмёл, когда я отметил отпечатки рук. Ты камеру взяла? Только видео, только фото. Я с лазерным пошла. У нас единственное, что отреагировало, это вот у той двери. Поставила. Нормально вообще? Или все-таки лучше? Да ну нормально. Мы же видим, что там кого. Угу. Напиши что-нибудь. Так, отпечаток есть. ЕМП нету. Активности. Кстати, смотри-ка, какое небо красивое. На секундочку такая. О! Небо звёзды. Красивое, да. Появились. Пойду свечу поставлю. Так. Ну так, нормальненько, размеренно. Как минимум, научились быренько находить место появления до того, как испытать таймер.
Он мне на направленный микрофон ругнулся. Так. Там... Всем? Там начинается активность какая-то, осторожно. Сфотографируй, зажечь боговоние свидетелем. Ты с собой боговоние возьми и там свечу зажги, пожалуйста. Тут ЕМП просто вопило. Короче, если вопит ЕМП, лучше не заходить, подождать, пока оно отвопит. Свеча горела на столе, свеча горела. Чё у нас по рассудку? Рассудок, короче, он не очень жрет. Я не помню. Он сыграл нам на фортепиано. Там дверь сама открывалась. Угу. У тебя все хорошо? Да, я просто сползла. Я сижу, у меня такой диван. Ноутбук. Короче, там он что-то прям кричит, ЕМП. Я туда пока не пойду. Ну, он нам факи показывает, тут рисует активность 2, осторожно. Там бы, короче, свет выключить. В комнате хотя бы. А он в радиоприемнике не ответил? Да, вот так нормально, короче. Призрачный огонек ловить. Так, фонарик сюда. Уф, рассудок вообще в порядке, я так смотрю. Ну, короче, это призрак, который особо рассудок не жрет. Вот. Зато оставляет отпечатки пальцев. Но я не вижу тут призрачных огоньков вообще. Возможно, что мы не нашли место его респа, но там, блин, единственное, где вообще отреагировал призрак. А куколку надо сфоткать. Ты фоткал ее? Нет, пока. Сейчас я зажгу свечу, как последний этот, и посмотрим. Ты чё?
Он вроде ничего не написал. А он оставил отпечаток на соли. У меня осталось две фотки. Как последние крысы. Ну, просто в присядку. Ну так наша задача просто зафиксировать, вы узнать, кто это, и сбежать. Это еще хорошо, что нас не преследуют. Ну, короче, он в блокноте реально, походу, ничего не написал. ЕМП большого нету. Вот, минусовой температуры, по-моему, тоже нету, потому что там не было этого. Ничего. Нет, была маленькая, но минусовой не было. Надо, наверное, распятие ты брала, да? Да, я уже там кинула его. Мне кажется, его надо кинуть перед куклой. Он больше реагирует, когда ты рядом с куклой проходим. Сейчас, подожди, там активность идет. Какая-то лютая прям. Что он там делает? Ну, как, знаете, как два вуайериста такие, типа, что ты там делаешь, призрак? Как у тебя там дела? Моешься, да? Моешься там? С куклой играешь? Играешь? Играет он с куклой там. Ляса 3 ему не нравится вообще. Активность до 6. Мне кажется, это он Пикассо. Ждёт, он заплекает. Короче, надо еще распятие, да? Пойдем. Кинем распятие. Давай. Рядом с куклой. Тогда. Радиоприемник покинет. Сейчас я возьму приемник. Ты дружелюбный? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Он затушил свечу. Ага. А я вижу твою куколку. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Он с... Как тебя зовут? Короче, я фотку куклы. А ты злой, да? Напиши что-нибудь. Напиши что-нибудь. Как тебя зовут? Сколько и тикаем, 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 тикаем. Он просто... Сбежали такие. Он просто злится тогда, когда куклу фотографируешь. Так. Он не особо разозлился, судя по графику. Короче, фотки закончились. Вот, куклу нашли, призрак разозлился, останки нашли, призрак наступил в соль, предмет двигается сам по себе. Нам осталось зажечь благовоние. Сфоткать его и стать свидетелем чего-то паранормального. Ну, сфоткать мы уже не сфоткаем. Ну да. Вот, потому что это я все потратила на другое. Рассудок у нас в порядке, активности нету. Ну, он не любит огонь. Походу, он сейчас затушит свечу и пойдет, короче. Ну, короче, тут только помирать, походу. Ладно, я трону куклу, бля. А ты беги. А куда я побегу? Как тебя зовут? Сколько напиши тебе что-нибудь. Лет? Отвечай на мои вопросы, засранец. Ты дружелюбный? Ау, ты меня слышишь? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ты дружелюбный? Напиши что-нибудь. Я чувствую тебя глупо. Давай, ответь мне что-нибудь. Отвечай. Сука. Он опять свечу затушил, зараза. Я съёбываю. Я тыкнула на куклу и случайно подожгла благовоние. Это опасно. Без благовония. Я просто утки такие, типа чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Так и есть. На благо... Ему, походу, было пофиг, то, что я трогала. На благовоние. А, как она уже... О! Благовоние возле спасибо. Призрака есть. Сфотографировать мы не сфотографировали. Он был рядом? Да, он когда был я, рядом. Когда я трогала куклу. Ах ты, говнюк! Это еще мы стыдились, думали, что мы вуаристки. Ни хрена подобного, это ты такой.
Ну, короче, на самом деле, я не увидела призрачного огонька. Вот. Радиоприемник, он, по-моему, тоже не отвечал, да? Угу. Молчал, как партизан. Блин, вот я не знаю, короче. Он там сви... А, он снова затушил свечу. Ну, что ж ты делать-то будешь, да? Может, она нравилась, ты. Негодяй. Так. А, это точно не мираж. Ну, вообще, направленный микрофон, конечно, есть. Он отреагировал. Мару... Я не видел, он не выключает свет вообще. Угу. Ну, вообще все равно. И особо, короче, он... Кажется, на самом... Нет, EMP-5 точно не было. Даже когда угу. там кто-то был, не было EMP-5. И минусовой тоже не было. Это точно не демон. Записи в блокноте не было. А минусовой не было. Рассудок оставался. Так... Они тоже не было, потому что у нас рассудок в порядке. Звук голоса Юкай тоже никак не реагировал. Холода не было. А, вообще, мне кажется, что похоже на Горио. Горио? Угу. А нет, Анрё еще. Он, короче, тушит огонь вообще. Он просто, он... Короче, когда ему угрожает опасность, призрак охотится реже. Призрак боится mm-hmm. огня. А я прям стабильно, упрямо, короче, это, зажигаю этот... Господи, как его называется? Зажигаю свечу. Но тут, блин, радиоприемник угу. и призрачный огонек и минусовая температура. Не знаю даже. Это точно не Абаке, потому что он прям пятипау и так далее. Да. Что такое гиперсмии? Понятия не имею. Надо посмотреть. Ну-ка. Гипер что? Гиперсмия. Сейчас. Ой, у меня на телефоне Геншин. Ну, короче... Это что, не реклама? Просто у меня фулл смола была. Ой, это он выключил везде свет, да? Mm-hmm. Он, походу, везде прям свет выключил. Интересно. Гиперсмия. Повышенная острота обоняния? А, благовоние. Mm-hmm. Блин, ЕМП непонятный. ЕМП может быть не сразу 5. Вот. А записи в блокноте, по-моему, не было точно. И минусовой не было точно. Там даже пара не было. Mm-hmm. Вот. Остается Фантом, Банши, Горё и Абаке. Вообще, на самом деле, судя по тому, что у меня направленный микрофон уловил, очень похоже на Банши опять. Ну, типа, Банши единственная, по-моему, которую направленным микрофоном можно определить. Призрак, да. Призраки, Банши. Отпечатки рук есть, призрачный огонек мы не знаем, лазерный проектор тоже непонятно. Может, мы поставили не там, где вообще... Ну да, может, и не увидели. Вот. И она целенаправленно преследует жертву, прежде чем нанести удар. Направленный микрофон, ну, Банши... Потому что микрофон взял и засек. Ну, тогда больше. Давай попробуем. А то что-то прям... Да. Что только, блин, не сделали, она ничего не хочет. О, господи, да что ж ты делать? Кроме как нас убивать. Ой. Да, зараза! Да ну, блин! Ну, почти, кстати, почти. Только вот, блин, а был... Типа, у этого было 5. Ай, ай-яй-яй.
Так, Абаке. Редко оставляет следы при взаимодействии с окружающей средой. А, иногда призрак меняет обличие, в процессе оставляя уникальные следы. Человекоподобное обличие. Что? Отпечатки рук, ЕМП и призрачный огонек. У нас не было ЕМП и призрачного огонька. Вообще. Ну, ладненько. Ладно. Давай тогда заканчивать. Вот, мы уже час, там надо идти дальше. Ну, мы хороши. Мы первые два угадали, третий не угадали. Значит, в следующий раз просто с третьего начнем, и будет нам счастье, радость и печенька. Вот. Ну да. Блин, у Ви уже должен был начаться стрим. Все, пойдем. Спасибо большое, Сайбер, за компанию. Тебе спасибо за компанию. Все. Ну а вам спасибо за просмотр. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. Берегите себя, подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Также, если труба будет бузить, у нас есть ВКонтакте, есть Discord и есть Telegram. Все, берегите себя и пока-пока.